В Самаре состоялось первое заседание регионального штаба ОНФ в обновленном составе. Посвящено оно было в основном организационным вопросам. Так, на заседании определились кураторы всех 12 национальных проектов, затрагивающих наиболее значимые вопросы демографии, здравоохранения, экологии, науки, создания комфортной городской среды. В помощь кураторам для усиления народного контроля были сформированы рабочие группы. Члены Самарского народного фронта сошлись во мнении, что особое внимание стоит уделить проектам, касающимся национального образования, здравоохранения и цифровой экономики. Качественный состав членов регионального штаба говорит о том, что мы постараемся по итогам полугодия, по итогам года 2019, первого года исполнения национальных проектов, отмониторить и в итоге опросов, в итоге рейдов выявить те слабые точки в исполнении национальных проектов и, самое главное, их подкорректировать для того, чтобы национальный проект, исполняясь на территории Самарской области, максимально комфортно действовал для его жителей.